Всем привет, с вами я, Дмитрий Верещагин, продолжаю свои видеодневники фруктмонофруктоеда, подготовился для перехода на прану. Сегодня 14.08, 7:30 утра. На улице у нас не пасмурно, на данный момент штиль. Плюс 22 градуса. Значит, вчера последний мой вес был 75,9. Блин. Не помню. Там было что-то в районе 78 даже. Идет обработка видео, я ночью останавливал. Опять, блин, подвисает. Ага, 77, точно. А еще колебалась между 69 и 77. Прикалывалась 76 и 9, 77. Сейчас будет меньше. Даже так яблоки очень быстро усваиваются. 75,2. Ночью вставал раз в туалет и утром. Теперь давление надо поменять.
Вчера утром было 91 на 57, сейчас 92 на 54. Пульс стабильный, 66. Я думал, сейчас эта жара закончится. Важность поднимется, у меня давление поднимется. Потому что до этой жары у меня такого давления не было. С другой стороны, я ничего не вижу плохого в таком для кого-то пониженном давлении. Я себя нормально чувствую. Ничего закачивать на свой канал не буду, просто идет обработка видео. Какие-то я сложные настройки сделал, 14% уже 6 часов обрабатывается. Попроще было делать. Компьютер 100% для мощности с отрывным процессором. Посмотрим, что выйдет в итоге, может немножко качество будет лучше. Капает. Ну это сейчас влажность повысится, может нормальный дождь.
Я в начале этого года проводил практически, так сказать, занятия, задержка дыхания на вдохе, на выдохе. Пранаяма у меня не очень получалось. Так вот. Так, вдох, задержка, выдох, вдох, вот так. Вот. Я просто начал на вдохе и на выдохе. Значит, задержка дыхания на вдохе у меня доходила до 5 минут лежа. На выдохе 1,5-2 минуты получалось. Но потом я бросил. Вот. С сегодняшнего дня я намерен возобновить занятия. Это много времени не занимает. Вот. И сейчас проведу пару упражнений по этому поводу. Кому интересно, присоединяйтесь со мной. Ничего сложного в этом нет, надо сесть поровнее, хорошенечко дышаться. Потому что я расширение Full HD поставил. Видео, конечно, не будет расширение Full HD. Может, потом настройку YouTube можно будет при воспроизведении уже видео делать настройки чуть выше, чем 144 пикселя. К концу сегодняшнего дня я расскажу, какой смысл при подготовке к пранаедению делать дыхательное упражнение на вдохе, на выдохе, задержка дыхания.
да, после такого первого вполне нормально, особенно если выдох спокойный, первый вдох спокойный, значит, вполне можно было еще продолжать. Я не буду резко доводить там до 5 минут, этого делать не стоит в любом случае. Буду читать по одной главе, плюс-минус, и делать. Закреплю сейчас 2 минуты, пару раз еще сделаю, потом 3 минуты, ну и так далее. Завтра можно будет попробовать на выдохе.
ветерком запахло свежим. Хотя ветра нет.
книга в формате PDF. Долго, блин, страницы листаются и грузятся. Из этой обработки видео все, блин, происходит медленно. Надо лучше подготовиться к этому моменту, отдышаться хорошенько. Ну вот именно то стабильно. Еще можно пару раз повторить. Переходить к трем. Вообще текст не хочет появляться.
сейчас по 20 минут. 21% всего лишь. Надо попроще делать настройки. Можно даже это проверить. Попробовать нажать на паузу и в других видео, которые еще начались в другой раз, поменять настройки. Это вряд ли. Ну, уменьшить расширение точно получится. Не запускается. Так, пойду-ка я схожу в туалет. Как раз вторые сутки. Я который раз замечаю, что эти вот дыхательные упражнения помогают приблизить наступление момента, когда приспичивают в туалет. Как-то перистальтика усиливается, что ли. Яблоки вообще не вызывают у меня такой слабости, как груши, допустим, не слабят. В общем, так. 75,3. Ну это вместе с камерой в руках, а так, наверное, 75. Вот так поставлю. Хм, 75,20. Ладно. Достаточно существенно.
75 ровно, но без камеры. Интересно просто. 74,5. Камера тут огромная. Сегодня жары такой нету. Замечаю тенденцию, что теряю вес постепенно. Немножко погодя, надо будет позавтракать. Обработка идет буквально по 1 килобайту, по 2. То чаще всего по 1. Удивительно, что так долго. Ну, посмотрим результат, конечно. Все равно так не годится долго обрабатывать, просто не успею.
Совсем дал результат, одышки даже нет. Вообще, в лежащем положении гораздо легче добиваться больше результатов, но я считаю из-за того, что сердце работает с меньшей нагрузкой, чтобы качать кровь от ног и в голове. В сидящем положении с большей нагрузкой. Поэтому в лежащем положении я легче добился 5 минут на вдохе с задержкой дыхания. В сидящем это было трудно, мне не получилось. Можно переходить 3 минуты позже.
Ровно 2,5 минуты для начала. Две с половиной минуты. Нормально, спокойный выдох. Спокойный вдох. Хороший показатель. Попробую еще сейчас. Для тех, кому трудно, ну, поначалу начинать, в общем, таких сроков, но можно начинать с 30 секунд, делать глубокий вдох и постепенно делать выдох. Вот так будет легче привыкнуть к этому.
чем, да, его. Стабильно плюс 22. Может, после часа гроза будет, но не факт. В комнате 25.
свежестью пахнет. Блин, я опять забыл увеличение убрать. Так, начнем новую запись сейчас.